Ну вот в последнее время, знаете, бывает так, что песня напишется, прозвучит, как говорится, в отведенное для нее время, такая наполненная, она там выскочит, что-то там соберет, что-то отдаст, а потом спокойно, как говорится, в дальней памяти автора где-то в спинном мозгу таится. Вот сейчас я запел песню, которую пою, и потом, а что изменилось-то, Господи, сколько лет прошло? 20 лет. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я кто во что, а будьте речь, слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят. Один кричит, зайдет одна звезда пленительного счастья. Другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит ко всем чертям все эти органы и власти. Другой кричит, все эти органы и власти молодцы. А у меня с собой бутылочка, перцовочка в кармане не даем. И я тихонечко перцовочку из горлышка топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым и ни правым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят. Один кричит, две пули в лоб, но полушарие не задело. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наше общее задело. Другой кричит, железный дух, боец кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка, перцовочки в стакане не разбитом. И я тихонечко перцовочкой от насморка лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто жить хочу, а чтобы нет, то и не хочу. Тут он совсем с ума сошел, как всегда. А я на кухню захожу, сажусь у самой, блин, гастроли. Ломаю крупный черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули. А я половником ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что такая сетка, вся такая. За то, что были вы всегда, а может и есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за углом. Все, я исчезаю. Но выключаю за собой я телевизор, газ и свет. Старые песни, новую жизнь. Не знаю. Я просто точно знаю, что когда первый раз есть трагедия, второй раз обязательно в виде фарса. Ну ладно.